отточили навыки и повысили мастерство. 28 мая в городе состоялись масштабные пожарно-тактические учения, действия которых развернулись на одном из самых знаменитых культурных объектов региона – на территории музея «Панорама обороны» Севастополя 1854-1855 годов. По легенде, вследствие короткого замыкания случилось возгорание в экспозиционном зале. Огонь стремительно стал охватывать помещение. На экстренный вызов в считанные минуты приехали подразделения спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили и спасли условно пострадавшего посетителя музея. По замыслу, огонь охватил 200 квадратных метров предметного плана, и в случае его перехода на копию легендарного полотна Франца Рубо, огнеборцы были готовы эвакуировать культурную ценность в безопасное место. Такие меры севастопольские пожарные уже предпринимали в годы Великой Отечественной. Однако, благодаря слаженным и грамотным действиям всех привлеченных сил, пламя своевременно локализовали и ликвидировали горение. Всего привлекало 72 человека личного состава и 16 единиц техники, из которых от МЧС 44 человека личного состава и 11 единиц техники. На данных учениях также были отработаны мероприятия по спасению пропавшего звена ГДЗС, которая потерялась и не выходила на связь, а также отработаны мероприятия по спасению людей, которые могли находиться в здании на экскурсии. Данный объект является объектом культурного наследия, поэтому для этого силы и средства наращивались по наивысшему рангу пожара, задействовался весь личный состав, чтобы пожар не допустить его распространения по всему известному полотну Рубо.